Поросята, которые не боятся холода, не болеют и живут без антибиотиков – мечта любого фермера. У семьи Легких из села Никольское на Черемшане Меликесского района она сбылась благодаря соцконтракту. Год назад Татьяна Легких задумала приобрести морозостойких поросят, но денег не хватало на покупку дорогих животных. Знакомые посоветовали обратиться в соцзащиту. Татьяна их послушала и собрала все необходимые документы. Как итог, через пару недель у семьи появилось 5 венгерских мангалец. Так называется порода меховых кучерявых хрюшек. Хозяйка подворья надеется, что дело пойдет. Часть мяса оставит для семьи, а другую на продажу. Сейчас они нам будут давать потомство, все. Мы рассчитываем, что весной мы уже как бы будем уже в прибыли, и в хорошей прибыли. И попробуем, двоих зарежем на мясо, попробуем, что за мясо. Соцзащита предоставила семье 75 тысяч рублей на покупку поросят. Эта материальная помощь оказалась отличным подспорьем для развивающегося хозяйства. Татьяна призналась, останавливаться на достигнутом не собирается. Она мечтает завести корову и намерена вновь заручиться государственной поддержкой. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ул Правды ТВ.